депутаты, приглашенные на депутаты. В Пестричинском районе утро началось с неочередного заседания депутатов местного районного центра. Народные избранники проголосовали за отставку главы Пестричинского района Эдуарда Диарова. Он был на посту 5 лет. Тут же сегодня тайным голосованием избрали нового главу района. Единогласно им стал Ильхам Кашапов. Он родился и вырос в Пестрицах, до того работал на руководящих должностях и возглавлял компанию «Птицефабрика Казанская». Он уже сегодня четко обозначил задачи, которые перед ним стоят. Я на данную должность, я хорошо понимаю всю степень ответственности перед населением, районом и республикой. Аналогичным утро выдалось и в Рыбнослободском районе. Здесь в отставку ушел Ильхам Валеев, который возглавлял район 10 лет. Решил вот уйти в отставку. 19 лет проработал главой и 10 лет в Рыбнослободе. Я думаю, свежая кровь нужно обновить. Перемены давно назрели. Район в последние годы по многим показателям социально-экономического развития находится в аутсайдерах. Перемен просто хороших, позитива, чтобы наш район был показателем. Работы нет, вот негде, вот, стоянок нет, машин, некуда ставить машину. Безработица в районе, вот. Главная проблема – это безработица. Молодых жалко очень, они остались без работы, все уезжают, разводятся. Ильхаму Валееву уже нашли замену. Исполняющим обязанности руководителя исполкома был назначен Эльдар Тазудинов. Он сам выходит из Рыбной Слободы. Ранее работал заместителем руководителя особой экономической зоны Алабуга. У меня единственное пожелание, то, что все вот эти поставленные функциональные задачи мы сможем выполнить только совместно, работая, как говорится, один поле не воин. Смены глав в республике схожи с общероссийскими тенденциями. Регионы все чаще возглавляют молодые технократы. В республике тоже сделаны ставки на них. Как они расставят акценты в работе и каким результатам будут идти, покажет время. Альбина Слагараева, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань.